Добрый вечер. Вторая лабораторная с рисунком фигурной экранчики. Значит, изначально нам нужно было открыть среди ER Recent Workspaces проект с названием Touch Panel. После его открытия нам доступен файл main.c, также каталог с функциями, сишные файлики, в них там различные функции, которые нам пригодились в рисовании фигур. Вот. Сначала код файлики main.c у нас идет инициализация экранчика, слой, и дальше уже можно рисовать фигуры, из которых состоит картина, в данном случае снеговик. Это все происходит перед циклом while. Вот, значит, по коду. И сначала идет текст с группой и фамилией. И опустил его на девятую линию, так как фигура снеговика довольно большая получилась. Вот, дальше идет первый верхний шарик снеговика с цветом Blue 2. Потом два глаза, нос, средний шар, две руки, которые сделаны с помощью линий, нижний шар, ну и площадка типа снега. Значит, помочь нарисовать фигуры нам может вот этот файлик Discovery LCD, в котором прописаны функции всех фигур. В данном случае нам пригодился Draw Full Circle, Full Rectangle и Draw Line. Как видно, например, из Draw Full Circle у нас есть три параметра функции: X позиция, Y позиция и значение радиуса. X и Y позиция — это значение, начальное значение фигуры. То есть у нас x, y начинается с этого угла, x идет сюда, y идет сюда. И, то есть, вот, допустим, эта фигура. Мы назначаем x и y началом вот здесь, и уже от этой точки отталкиваемся по y сюда, по y сюда. Draw full circle, потом draw full rectangle, тоже x позиция, y позиция. Высота, ширина, и еще использовалась draw line, здесь также x позиция, y позиция, длина этой линии и направление, вертикальное, горизонтальное. В данном случае горизонтальное было. Вот, и по итогу получился такой снеговик. Сейчас запущу. Покажу пошагово. Так, сейчас проходит инициализация. Вот, появился текст. Появился первый кружок. Первый, второй глаз. Что-то оно все сразу вывелось. Ну ладно, в общем, вот программа работает. На этом все.